здесь. Называется «Утиная ходьба». И один кружочек вокруг зала. Where's my money? Let's not play with the bag, bitch. You can hand me my money. Here's a jar right here, 20%. That's a jar, that's right. Ребят, всем привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли, и мы продолжаем наши походы, путешествия по гаражам Санкт-Петербурга, по гаражам, по боксам, по знакомым, по не очень знакомым. И сегодня я приехал в такое очень старое, олдскульное ЖДМ-местечко, назову это так. Это Про Гараж. Я уверен, кто живет в Питере, кто увлекается японскими автомобилями, точно слышал про это место. Я с парнями знаком очень давно, это самый первый сервис для моей сливы, которым я конкретно обслуживался. Точнее, я делал на те времена те вещи, которые не могу сделать сам в гараже. Потому что тогда, в 2014 году, 2015 году, я максимально старался делать все сам, чтобы не тратить, соответственно, на ремонт деньги. Но когда это доходило до того, что просто не сделать, да, или потрачу очень много времени, то приезжал к парням, они всегда славились своими вот гуманными ценниками. Поэтому сегодня я решил заехать к ним, посмотреть, сколько тачек, чем вообще занимаются, какие-то, может быть, есть долгострои, может быть, какие-то просто машины на обслуживание приехали. В любом случае, я уже, подъехав на парковку, понимаю, что Про Гараж не меняет своей сути, они обслуживают ЖДМ-тачки, в основном, кстати, Ниссаны. Ну, точнее, тут большинство всегда Ниссанов на парковке, в боксе. Так они, мне кажется, вообще любыми машинами занимаются, в принципе. Когда я еще у них обслуживался на Сливе, вот только когда я ее купил, они были на Митрофаневском шоссе, сейчас они съехали чуть южнее к КАДу. Ну, как сейчас, это уже на протяжении нескольких лет они тут находятся. Здесь тут большой бокс. В принципе, я тоже его не раз показывал. Но давно тут не был. Сейчас есть Никита, разрешил он все подснять. Поэтому сейчас все покажу и расскажу. Наши анонсы футбольных событий продолжаются и 8 марта. Топовый матч Лиги Чемпионов. 1/8 финала, 23:00, Ливерпуль-Интер. У OneX самые высокие кэфы, простейшая регистрация в один клик, без доков, без риска и моментальный вывод на множество платежных систем. Ссылочка в закрепленном комменте, промокод STILOV. Сегодня, кстати, у меня была тренировка. У меня по тренировкам план вообще такой. День я делаю какую-то силовую тренировку в зале с тренером. Гога сейчас не в Питере, поэтому я занимаюсь тренерами из зала. Все очень крутые, знающие свое дело парни. Я понял, что мне очень важно, чтобы меня кто-то постоянно тренировал и говорил, что делать. И следил, чтобы я это делал правильно, потому что опыта у меня в этом немного. Поэтому у меня день тренировка, следующий день бассейн. День тренировка, следующий день бассейн. И только один отдых в неделю. Вот так вот. Посмотрим, какие будут результаты. Ну и с питанием все так же. Ничего вредного, сладкого не употребляю. Ладно, хорош про тренировки, давайте про тачки. И просто сходу нас встречает Сильвия S15, которая приехала тут на обслуживание. Зная, что машина в Питере была, потом она стояла в другом сервисе. Сейчас она в прогараже, тоже там что-то, по-моему, со сцепой, как Никита сказал, очень крутая слива. Она была со спойлером 326 Power, видимо, его сняли. Но выглядит, конечно, реально клево. Это обвес Vertex, по-моему, Edge он называется, или Ridge. То есть это полное расширение, в него входит бампер, крылья, пороги, задние крылья, задний бампер, естественно. Да, спойлер тут сняли, хотя он смотрелся очень клево. Еще верхний здесь спойлер 326 Power. Она собрана в стиле 326 Power, хотя у 326 Power, вот этой японской конторы, у них есть свой обвес вообще на сливу S15. Но здесь, видимо, просто поставили Vertex. Колеса тут тоже написано на них 326 Power. В общем, слива зачетная, просто большущий лайк ей, очень круто смотрится. Она на сыре, с разрешения тут приоткрыл капот. SR20D, S15, шестиступка, все, знаете, классически так. У меня вот точно так и же было, получается, в сливе когда-то. Двигатель S15, SR20D, шестиступенчатая коробка, все по стоку, радик, вот такая подкапотка. Тут единственное, вижу катушки NGK, это хорошо. А кум даже не перенесен. Я думаю, это чисто такой городской аппарат. Чтобы, знаете, можно было, в принципе, и дрифтануть где-нибудь. Но так, в целом, комфортно, ну, насколько это возможно, передвигаться по городу. Хотя, опять же, по городу на такой яркой тачке, не знаю, как сложно или несложно передвигаться. Но внутри стоковый ручник, салон весь стоковый. Брайды, брайд один даже, полуков. Сидушка вторая стоковая. И даже есть диван сзади. Крутая слива зачетная, чем-то похожа на мою. Ну, правда, у меня в салоне немного поспортивнее, все-таки есть гидроручник. Болтовой каркас, хотя тоже весь пластик сохранен. Ну и, конечно же, GZ, мне кажется, более силовой мотор, хотя в сливе, не знаю, уже, мне кажется, нормально относится к сливе, в которой стоит GZ, особенно второй. Все-таки по динамике эта машина, она, ну, не фееричная. Слива на втором GZ, там, 600 сил, она реально удивляет.
удивляет. Ну, то есть и по времени она удивляет, там те же 100-200, это у меня было 6 секунд. Да и в целом динамика очень хорошая. На сыре, конечно, такой динамики сложно добиться, ну, на таком спеке. Конечно же, я все внимание, наверное, сейчас уделяю S15, вы скажете, да, потому что это мой любимый кузов, очень люблю S15. Skyline 32, если я не ошибаюсь, это Supra в кузове 70-м, она еще и Targa. Салон там перешитый, по-моему, это Supra фокусника. Есть такой чел. Очень круто показывает фокусы. Возможно, это его Supra. Она на GZ, на Turbo GZ. 32-й седан. Когда-то была бюджетная тачка для дрифта. Не знаю, что с ценниками сейчас на них. Ну и тут несколько лаурелей еще стоит. Вот, боевой лаурель 33-й на болтовом каркасе с покрышками внутри. После тренировки, видимо, тут завис на зиму. Lexus GS300. Кто смотрит меня давно, помнит, что у меня такой был. Хорошая машина, в принципе, надежная. Особо там денег не требовала. Ну и стоила адекватно тогда. Единственное, что проблема, они там все гниют. Надо, конечно, искать кузовок. Понятно, что он будет, скорее всего, где-то ржавый, где-то гнилой, но хотя бы или сделанный, или хотя бы не очень умотанный. Но опять же, можно за там низкий прайс взять умотанный, покататься, потом продать. Вот как я сделал на него, так сказать, посадочку. Ну, я сделал пневму и диски. Ну, все, в принципе, этой машине больше ничего не надо. Можно еще дополнить это все губой, порогами, как я сделал. И смотреться будет вообще неплохо, красиво и ничего лишнего. Так, 33-й лавр. Все ждут от моего лавра, чтобы у него была морда лавровская. Она, конечно, тоже крутая, но здесь она без оптики передней. Она хорошая, круто смотрится. Но я что-то как-то вот начал кататься с мордой S13, так на ней и завис. 34-й Sky Coupe. Тоже сейчас, ну, не то чтобы редкость, но машина ценится. Машина ценится не меньше, чем кузов S15. Поэтому хорошая тачка. Ну, здесь сток. Здесь вот ребята гоняют ралли-спринты на этом лансере. И еще здесь 35-й Лаурель стоит, дрифтовый тоже. Вот прикольно, он когда в обвесе очень даже неплохо смотрится. Лаурель. Да, в обвесе он реально неплох. Потому что если смотреть на стоковый 35-й Лаурель, хорошо бы его доработать. Здесь он врос в лед, потому что, видимо, зимует. Про гараж. Ну и вот, собственно, обстановка в боксе. Не очень много машин, не все японские. Сейчас посмотрим. Давайте начнем, наверное, с самого интересного. Что здесь стоит? Это Skyline R33 Никиты. Вот он, механик тот. Это тот самый Skyline, который объехал Лавра. Как ты тогда сказал, Никитос, когда вы меня дрюкнули? Да, было такое. Я теперь готов в любой момент на драк. Но пока твоя машина не очень готова. Она заводится. Заводится? Ну да. Вкратце давай расскажи, ты решил обновить пороги и в итоге зашел слишком далеко. Ну, еще не слишком далеко, но нет, все не закончилось просто внешней частью порога, да? Да, то есть она сняла намного глубже. Так сказать, Nissan дает о себе знать. Ну, это, кстати, не совсем плохо, наверное, да? Я решил, что так оставлять как бы не гоже, то есть как бы этого надо часть. Поэтому внутренний порог тоже пришлось отсверлить. Здесь все по точкам отсверлено, ну, да? Насколько это возможно. Я не кузовщик, поэтому как бы могу сам делать. Сам сделал. Да, грехи. Здесь пол сгнил, потому что в нем когда-то был каркас. Болтовой, да? Да. И, соответственно, задняя тоже где-то там в местах сгнила. Я понял. В общем, небольшой кузовной ребилд. А оказывается, что внешние пороги, они продаются, это я знал. А вот внутренние пороги части, их надо делать кастомно на заказ. Поэтому здесь сейчас заказан внутренний порог и внешний вот там уже куплен, да? Но они просто выглядят, на самом деле их гнут конторы питерские, вот так это выглядит. 1.5 миллиметра, пожирнее взял. По-моему, на все машины, в принципе, японские старые можно купить. Вроде да. И на Сильвию, и на Лаурель даже, наверное. Я думаю, что у нас очень похожи они даже. На 33-й лавре точно есть. Не обязательно брать от Волги. А, точно есть, да? Может быть, и на моем лавре освежить какие-то пороги, они там в салоне. Ну, не знаю. Ну, короче, машина заводится, она, в принципе, готова ехать. Она до сих пор на РБ, на том РБ самом. Но ты плохо катаешься на нем, значит, если он живет. Ну да, надо ему больше. Больше надува, больше надува. У тебя здесь, кстати, из интересного полностью кастомный впускной коллектор, сделанный тобой, да? Да, да. Ну, я подумал, что можно купить. Потом такой, блин, я умею варить. Давайте попробуем сварить. Красиво, слушай, швы прикольные тут, неплохие. Это уже твой скилл по швам. Да. Это, ну, типа как визитная карточка, знаешь. А, ну это хорошие швы, ты считаешь? Ну, сейчас, наверное, будет лучше уже. На то время, 2 года назад. Сойдет. Да, слушай, прикольно, хорошо. Такая подкапотка RB25, Нео. А, не Нео. Просто да. Я смотрю на касс, он пластиковый. А, переходной. А что вы сделали с тем мотором, который Лёха у меня купил? Вот. А, это он? Да. А, понял. Твой вот там лежит. Значит, самый. Не тот самый мотор, это уже другой мотор. Это твой, который троил. Который троил. Помните, у меня была на лавре проблема с крайним моим РБ, что он троил на 5000 оборотах там с чем-то. Но при этом ехал, я даже на нем первое место в Мацуре взял. Колесо там держаковое крутое.
крутил, но троил. И в итоге я тогда его снял, продал тому самому Лехе, а вы уже здесь с ним. Решили, что этот мотор идет тебе, да? Да. И ты, получается, его тогда перебрал, увидел, что там какая-то интересная была тема, почему он троил. Все было очень просто. Я тогда с этим боролся, капец, я всех запарил с этим. Меняли кассы, да, там все это делали, да. И все пропало только после того, как поставили триггер, насколько я помню у тебя. Нет, вот. У меня не пропало. Не в пропало? Итоге. Да, у меня триггера. Так и не пропало. Короче, из косяков, которые я нашел, я подкинул просто свежие вкладыши, потому что я собираюсь дуть мотор, да? Там было что-то механическое, по-моему, стало. Значит, существует кронштейн касса. К чему прикручивается касс? И он был гнутый. А, понял. Видимо, транспортная, вот, либо там еще... Скорее всего, транспортная. Да. Он алюминиевый, его не сломали, его загнули чуть-чуть. Угу. И, видимо, при на высоких оборотах именно происходила какая-то вибрация, и поэтому он тебя троил. Но или он как-то криво стоял. Но в итоге ты это исправил и перестал он троить. Я поменял это и, по-моему, 6 гидриков. А, и 6 он гидриков. Он еще на гидриках, да. Что-то там с головой было, да. Я помню, что что-то там и было с головой. Все. Вы мне даже фотки отправляли. Валы твои же остались. То есть, ну, не, как бы весь мотор целиком твой. А, я понял. Вкладыши, гидрики, все. А колено, там все было нормально? Все. Все хорошее было. Ну, слушай, здорово. Что не совсем... Ну, кот в мешке, но такой. Кот в мешке уже с подозрением на то, что что-то с ним не то. Видите, оказалось так, что реально, походу, когда мне его в транспортное отправляли, они там, на самом деле, вообще за этим не следят. Мотор может спокойно у вас упасть туда-туда и сломать какой-нибудь важный кронштейн, который отвечает за, не знаю, какой-нибудь датчик или еще что-то. Не то, чтобы сломать, а подогнуть. Вот такие, такая фигня, с которой я столкнулся. Я обращался тогда ко всем. Мы с Бустами что-то чинили, и с Семеном, и с Квасовым. Мы тогда вообще весь Питер объездил, чтобы мне чинили этот двигатель, но никто не смог, по-моему, у тебя тоже консультировался, никто не смог вот так как бы определить проблему. Вот только, так сказать, вскрытие его показало. Он у меня на кантователе, когда висел уже, мне было так проще, соответственно. Ну да. Я просто увидел, что что-то зазор какой-то не такой. У меня под рукой был такой же кронштейн, я их сравнил. Вот, скорее всего, оно и есть, потому что были подозрения сразу же на касс. Я этих кассов там поменял вообще очень много. А смысла нет, потому что, ну, типа, он садится на то же кривое место. Вот так вот. Ну, короче, вот такой скай. Сейчас немного в состоянии распильчика, но скоро соберется, наверное, к лету-то соберется. Да, летом надо в Сочи ехать. А ты на чем двигаешься сейчас на повседневе? Сейчас на повседневе у жены Mercedes 208. А, вон тот он. Да. А что у тебя еще из повседневого было? Civic был до этого, но он доска. А, доска еще. Давно. Чисто канджи гонка такая. Понятно. Ты сейчас здесь занимаешься просто... Просто стоком. Сток, да. А у вас сейчас, кстати, больших каких-то проектов нету? Ну, которые вы там, свапы большие или какие-нибудь большие постройки? Проекты. Или вы сейчас не берете это? Вы сейчас чем больше занимаетесь? Приедет машина 33-й Sky, он примерно в таком же состоянии. Парнишка Егор, его мотор под лестницей лежит. Ну, короче, он тоже будет уехал на кузовню, пересобрать красиво. То есть у него стоит 26-й мотор. Ну, как-то там все понакидано, собрано. Накупил много всяких японских ништяков, там, да, оригинальную распорку, там, титановую, там. Ну, всякие такие фетиши японские, да, и вот он оригинальные. Хочется собрать. То есть по старой школе, по такой, ну, без всех новых вот этих дэшбордов и так я далее. Понял. В старом каноне. Я понял. А так вообще в целом, как тут движуха? Народу много, кто на ЖДМ приезжает к вам? Или больше сейчас, типа, таких автомобилей? ЖДМ, к сожалению, стал таким. Ну, типа, если раньше Sky были, ну, много красивых, хороших Sky было, сейчас в основном приезжают такие отрыги уже. Но они заканчиваются. Доживающие. Я да, понял. Да, да. То есть я считаю, что эра вот этого ЖДМ, она все, она закончилась. Нам повезло ухватить. Да, ухватить пирога. Повезло. И мы до сих пор им еще как бы питаемся. Да, да. Но я думаю, что все, уже дети наши как бы. Посмотрим этот видос, или наши потомки посмотрят его через, не знаю, 50 лет. Что, YouTube, наверное, сохранится в мире. Поэтому, что будет с ЖДМом через 50 лет, конечно, это будет, да. Такого уже это будет супер раритет, конечно. Да, но через 10 лет уже будет раритетом. Ну, да. Там у вас, я смотрю, вообще пятикрузер. Забавная пятикрузер тачка. Пятикрузер на пневме. На пневме. Делают пневму, вон там ребята сейчас там подключали как раз компрессоры, управление и все такое. Такой Цедрик очень старый. Ну, в том плане, что какой у него год, наверное, выпуска? 85-й? Трамблерный двигатель. Вот так вот все по стилю тут. Оп. V6 2 литра, офигеть. Это old school реально, еще работает, шепчет вообще. Кондей поставлен на паузу. Так, здесь РБ. Это Леша. А, Лешин? На Sky его? Да. Того самого Лехи. Ну, он сейчас у него что-то запчасти все ищет, пока он в таком состоянии, подвешенном. Какие тюненные, какие запчасти или что он ищет?
Да там и стоковые, и тюнинг. У меня есть магазинчик РБ небольшой в гараже, если что. Ну, там ну, всякого потом есть. На 26-й мотор. А, на 26-й. Это 26-й, да? 26. А, я думал, 25-й. Тогда нет. На 26-й у меня нет, это слишком. 26-й, да, это уже все. Слишком, да. Слишком редкость. А сколько сейчас стоит РБ-26, не знаешь? Не знаю. Вот последний раз я видел, выставляют за 400. Я вел двигатель в сборе РБ-26, но здесь ничего нет такого. Здесь все по отдельности есть. Какое-то есть, видимо, 350 что-то дешево. О, он снимался у нас в сервисе, кстати. Да? Да, есть там фотки еще есть. Самовывоз кубинская. Ну, мотор реально существует, вот там Супра стоит еще на заднем плане, да. Который на парковке. Ну, он работает даже, мотор этот? А помнишь, что 26-й снимал? Значит, сама заехала? Блин, слушай, я не помню. Все, уже не помнят, забыли. Ну, короче, этот двигатель где-то существует. Я вспомнил, вы же этой зимой делали Максу Маклаю Мерс на Узете и на какой-то кастом на BMW подвеске. Он уже в этой зимке собирал. Он уже ездит вообще. Он уже ездит, да, и уже даже продает его. Уже даже продает. А еще у нас есть машинка, приехавшая к нам из Крыма. С Крыма. Я вот сейчас ее подснял, да, я заметил, что она в неплохом таком состоянии. По низу она новая. То есть в салоне сорян бардак, потому что она, ну, с лета. Там что-то хорошее стоит? Для кого как? Значит, это РБ-25 Нео. 25-й Нео, то есть это машина с завода, турбозавода на механике. То есть она на ровных доках, не гнила и так далее. Стоковый 25-й Нео мотор был. А это с нее же, не знаешь? По-моему, с нее же, да. Круто. Он на прокладке, перебранный уже. Еще в Крыму Боря перебирал. Приехал поставить коллектор 1, коллектор 2 и турбину. А турбина что это? Турбина Пульсар. Пульсар турбо, они недавно появились. Да, я знаю, что такое Пульсар. Мы как раз вот в предыдущих выпусках тоже показывали. Пульсар делает копии G-серии Гаррета. Да, вот. Это... И стоит где-то около там 60-70 тысяч. Ну, стоили. Это у нас получается 376 Ген 2. Слушай, красиво, все аккуратно, ничего такого лишнего. Получается здесь расположение турбины, ну, топ-маунт он называется. Турбинка, шуба, выпускной коллектор тюненный, впуск тоже. А впуск какой-то Китай покрашенный? Или это какой-то... Просто здесь нет, здесь логотип есть какой-то, но это просто написано Нисма, но это, скорее всего, не Нисма. Таких не бывает Нисма. Скорее всего, то есть это Фредди, да, тот же самый, но по моему опыту эти Фредди были там, я их даже аж 3 генерации. Да, я знаю, у меня тоже такой был на РБ. В принципе, неплохой коллектор, он ходил, ничего как бы не ломался. Они, бывают лопаются, но там какие-то партии определенные. Этот литой. А, литой даже. Не лопается, не сварен. Регулятор давления топлива. Здесь, в принципе, такая городская, короче. Да, городская зажигалка. Сколько сил-то сняли с такой? А пока еще... Еще не сняли? Да, негде. А какой мозг? Нестюн. Нестюн, ну, ага. Я понял. Ну, значит, 450 тут точно будет, на такой турбине уж точно. Да, должно быть. Я думаю, стопудово. Круто, круто, здесь даже конде есть, вон. Ну, есть он с Крыма. И даже трекшн есть. Даже трекшн есть. Да, трекшн мне, если вот посмотришь, он стоит вот там вот. Какой-то отдельный, что ли? Не-не, заводской трекшн просто, ну, под капотом, поскольку у нас не штатный дроссель, ему негде. Я понял. Соответственно, трекшн я перенес вниз. Почему мы так про трекшн? Это типа, ну, эксклюзив на такой машине. Кондей, трекшн, ничего себе. Как бы обычно все это тюнеры поснимали нафиг и выкинули. А тут здесь это все сохранено. Работает. И хайкас еще работает. То есть задние колеса подруливают. Да, слушай, хороший проект такой. Аккуратный, ничего лишнего. Чисто городской. С катушки, кстати, хорошая НЖК. Красная. А что вы будете здесь делать? А, вы устанавливали коллектор и турбину. Ну, я собирал. То есть пайпинг варили, два коллектора, регулятор. То есть, ну, типа... Бустап условный такой. Ага. Перенос аккумулятора в багажник, ну, насос. Маслопомойку ты варил? Да, маслопомойку. Это полностью, да, твой кастом? Да. Ну, ладно, крышечка китайская. Ну, не, я говорю так просто, в смысле, сама помойка, это... внутренности ее там. Помойки я их, типа... Как... На поток? Да, на поток делаю, то есть, когда, соответственно, нужна маслопомойка и омывайка, два в одном. А сколько у вас стоит маслопомойка, пятнашку? Так, 13. Такая 13. Ага, понял. Слушайте, ну, сейчас это вообще бюджетно, 13 для маслопомойки. Так они обычно, ну, 15 в среднем у всех стоит. Спрашивал. Такой, повышаем. Ну, сейчас-то точно уж повышаем. На все повышается, да сейчас, мне все. Кажется, скайводов-то осталось-то раз-два, я общался. Ну да, тогда ладно, не повышаем. Акция. 13 тысяч, маслопомойка. Спасибо, что показал, Никитос. Клевая тачка. Здесь, кстати, в соседнем помещении, точнее, прям в этом же помещении, Андрей, ремонт сцепления. Тоже тут были не раз. Вот у него всякие заготовки, вон, джесные, ремкомплекты, диски лежат. В общем, в боксе движуха идет по полной программе. Машины строятся, чинятся, обслуживаются. Ну и что нас, конечно же, радует.
радует. Это старые, олдскульные, можно сказать, ЖДМ автомобили, Nissan и Toyota. Это все, конечно, нас очень привлекает, и хотелось бы, чтобы это было побольше, но, к сожалению, их все становится меньше и меньше. Какие-то гниют сами, какие-то разбиваются, какие-то куда-то просто уезжают в другие города, из каких-то строятся корчи, хотя я не считаю, что когда машину полностью превратил в корч, она становится, ну, не машиной. Она все равно такая же машина, но она становится более такой боевой, подготовленной. То есть есть формат таких городских зажигалок, как вот, например, Сильвия и вот этот Skyline, а есть формат именно дрифтовых тачек. Ну, он тоже делится на несколько форматов, типа Мислы, вот как, например, вот такой 33-й лавр, как на парковке белый стоит, в стиле Street Legal. И, конечно же, формат уже более профессиональных машин, тоже вот делится на несколько форматов. Наверное, Pro AM класс — это как мой Лаурель, да, то есть подготовленный к соревнованиям с каркасом омологированным, там, совсем омологированным, 500 сил. И, конечно же, супер-про-тачки, которые уже 700-750 плюс сил. Они уже идут и на всяких дорогих ништяках и готовы вырываться в любые профессиональные именно соревнования. Вот как-то так я разделил сейчас эти классы. Смотри 1/8 финала Лиги Чемпионов с промокодом STILOV. Получай до 25 тысяч для новых игроков. Досматривай этот видос и вперед! Я подошел сейчас к пятикрузеру, смотрю на его заднюю подвеску. Я не знаю, олды знают или нет, на пятикрузере я, можно сказать, учился ездить. В 18 лет, когда я получил права, у моего отца был как раз на тот момент Chrysler пятикрузер. И я вечерами брал его машину, ее давал, за что ему огромное спасибо, получал опыт именно вождения по дороге. И вот 2 года так по вечерам, по выходным катался. И как раз уже в 20 лет купил себе свою машину. Но вот эта машина, пятикрузер, реально, ну прям воспоминания нахлынивают. Она, конечно, странная с виду вообще. Тогда-то мне казалось, что прикольная тачка, но это в какой был год? Там, 2008-2009. Ну, сейчас я смотрю, она, конечно, так странно выглядит. Но на любителя, опять же. Я думаю, вот сейчас ее сделают на пневму, на дисках. Будет прикольно смотреться, потому что любая машина на посадочке, на пневме смотрится ок. Это, кстати, американская машина, ну, Chrysler, как вы поняли. Да, здесь, по-моему, двигатель 2.4. Не едет нифига, 150 сил. Не могу не налюбоваться сливой, конечно, с 15. Хотя, казалось бы, да, у самого такая же. Но здесь все круто сделано, именно фитмент там, все дела, обвес. Вот такой у нас вышел видос, такой рассказ. Реально одного из самого первого ЖДМ-сервиса в Санкт-Петербурге, который очень-очень давно занимается именно такими автомобилями, Ниссанами в частности, да, там Skyline, вот как раз они очень специализируются по этим тачкам. Ну и, соответственно, моя автомобильная история тоже очень много где связывает меня с прогаражом. И ребята и обслуживали сливу, и помогали мне очень много, реально, даже когда там денег не было, делали большие скидки. Ну, короче, большой им респект. Красавцы. На этом наш видос подходит к концу. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели его. И я не знаю, Инстаграм заблокирует, не заблокирует в ближайшее время или Ютуб. Вот. Но если что, как и все сейчас, наверное, пишут, есть телега. Телегу оставлю в описании. Переходите, там, конечно, движ не постоянный, но если все заблокируют, то там, я чувствую, будет постоянно движ, ролики и все вообще. Поэтому, ну, кому интересно, переходите в Телеграм, Keep It Street, ссылка будет в описании. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и на мой Инстаграм. Пока эта связь все еще работает.